День, дорогие ютубо зрители, с вами канал Всякая Всячина. И решил, короче, ребят, я, в общем, понадобилась мне симка, я купил йоту. Давайте, вот, и в этом видео мы сравним. Я беру конструктор, то есть я не беру тариф, я беру конструктор. Конструктор это, то есть, то, что можешь выбрать ты сам, минуты, гигабайты, там, безлимитные прочие приложения. Давайте возьмем... Вот на примере йоты я возьму 100 минут на Россию и 10 гигабайт интернета. И посмотрим, где будет дороже, где будет дешевле. Итак, что мы видим? Мы видим, что здесь на йоте у нас 287 рублей. 100 минут и 10 гигабайт. Остальное я, в принципе, не буду подключать. Вот, остальное мне не нужно, в принципе. Итак, давайте посмотрим, что там по другим сайтам, что другие операторы дают нам за 100 минут и 10 гигабайт. Посмотрим, что будет дешевле. Итак, ребят, смотрим мы МТС. Давайте 8 гигабайт. 8 гигабайт и 100 минут. Здесь, а тут даже минимальные 200 минут. Нельзя отказаться от СМС. Что в смысле, если мне СМС, ну кто, ребят, давайте будем честны, кто пользуется СМС сейчас, в 2023 году? Я СМС последний раз пользовался месяцев 6 назад. Все. Что за глупости? 200 минут минимум, если мне не нужны 200 минут. МТС сразу нахуй улетает, говно от него воняет. Так, давай смотрим, смотрим, что по мегафону, почему здесь нет конструктора, а в мегафоне, походу, нет конструктора, да, как я понимаю, здесь только есть тарифы. Что, в натуре, что ли? Почему здесь нельзя самому? Да. В мегафоне, по-моему, вообще нельзя. То есть здесь в мегафоне только, как я понимаю, есть тарифы, вот определенно, да, допустим, 470 рублей. Больше настроек нажимаем. Здесь 20 гигабайт, 300 минут, 30 смс. И тыр-пыры, 8 дыры. Ну, короче, здесь как бы... И вот здесь только отдельные опции. То есть можно подключить интернет быстрее, плюс 3 гигабайта. Короче, на мегафоне вообще нет конструктора тарифов. Так что мегафон тоже идет нахуй. Вот, Билайн. Давайте посмотрим Билайн. Так, сколько у нас гигабайт? 8 гигабайт. Тут есть вообще 8, можно подключить. 7. Чего, блядь? Нельзя, только по 3 можно подключать. Чего? Короче, здесь, ну ладно, окей. Мегафон вообще ёбнутый. 7, у них градация 10. 20, 30, никакой мелкой настройки нет. 50 гигабайт. Короче, давайте возьмем 7, так как оно близко к 8. 7 близко к 8, чем, ну, понимаете, да? И давайте возьмем, блядь, 250 минут. И что это? И, блядь, ну и что? Зачем мне 250 минут и 7 гигабайт? 597 рублей, самый дешманский, что можно вообще, блядь... Давайте неограниченный. Раздача интернета отключим. Давай вот это все отключим. Смотри, а это нельзя отключить. Социальные сети. Даже отключить все нахрен. И то получит 320 рублей. Мегафон сразу, ой, Билайн сразу тоже идет нахуй. У него хреновый конструктор. Давайте посмотрим Теле 2. У Теле 2 та же самая залупа. У него нельзя. У него минимум 200 минут и 10 гигабайт. Так, 500 рублей в месяц.
Делая из этого всего, ребят, вывод, что выгоднее, если вы хотите собрать свой конструктор, это ни в коем разе не реклама Йоты, это я говорю о том, что Йота это самый оптимальный конструктор для вашего тарифа, остальное все херня. То есть остальные конструкторы, они не подходят для точного для точной настройки вашего тарифа. МТС, он, видите, да, он дает по 2 по гигабайту шаг у него, но максимально 30 и минимально 200. Нельзя отказаться от СМС. И то самые дешманские 594 рубля в месяц. На Мегафоне вообще можно выбрать тариф и тут немного подкорректировать. То есть тоже херня. На Билайне у нас дает шаг только сначала 3, а потом по 10 гигабайт. И звонков также минимум 250 минут. Теле2 вообще звонков дает по 200 сразу минут. И сразу интернет дает по 15 гигабайт. Короче, все конструкторы полная хрень, кроме конструктора от компании Йота. Так что, ребят, если вы хотите свой какой-то более точный конструктор, то лучше вам к Йоту. Если не хотите просто заморачиваться, хотите просто тариф, пожалуйста. Есть другие компании, там, Теле2, Билайн, Мегафон, МТС. Вот. А более точный конструктор это вам компания Йота. Все, всем спасибо и всем пока.